В воскресенье в Самарской области будет облачно. Местами пройдет небольшой снег. Температура воздуха днем 0-2 градуса, ночью 0-1. Ветер преимущественно юго-западный, скорость 2-4 метра в секунду. В Сызрани облачно, утром небольшой снег, днем нулевая температура, ночью 1 ниже 0. Юго-западный ветер 3 метра в секунду. В Тольятти облачно, утром возможен снег, температура воздуха днем 0 градусов, ночью минус 1. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. В Самаре облачно, утром возможен небольшой снег, днем минус 1 градус, ночью минус 2. Ветер юго-западный 2 метра в секунду, атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. Влажность воздуха 88%, геомагнитное поле относительно спокойное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом esmeteo.ru.